Что? А вот и мы внутри в безопасности. Здесь ведь ничто нам не угрожает. У Ирила большие проблемы с Брайтером. Не знаю точно, о чем речь, но явно Ирил крайне обеспокоен. Ирил торгует магическими товарами. Его магазин называется «Мистерии Ирала». Если хочешь узнать побольше, спроси его самого. Береги себя. Сильные руки, крепкая спина, да, выглядишь прекрасно. Жаль, время согнет, тебя уничтожит, ты увянешь, но есть другой путь. Вовсе не обязательно подвергаться влиянию времени. Скажи, у тебя никогда не было мысли выставить себя на обозрение? О, да, видишь ли, я изучаю хрономантию. Магию изменения времени. Используя магию, я замедляю биение твоего сердца, твое дыхание, движение и мысли, пока они полностью не остановятся. Ты превосходно сохранишься, вне времени, вечная красота. Я выставлю тебя на обозрение, как и остальные экспонаты. О, какая жалость. Что ж, ну, что я могу для тебя сделать? Только побыстрее. Каждая уходящая секунда приближает нас к могиле. Этот болван? Да, он мне как кость поперек горла, которую никак не вытащить. Если бы я мог, я бы убил его! Я бы хотел, чтобы он просто исчез с улиц Нью-Шиота навсегда.
О, смотри, я просто заговорил об этом, и у меня появился новый седой волос. С одной стороны, он вор. Но что раздражает меня больше всего, он плохой вор. Его поймали на воровстве в моем и нескольких других магазинах Крусибла, наверное, дюжину раз за прошлый месяц. У кого есть на это время? Я же состарюсь и умру раньше, чем он от нас отстанет. Я скажу тебе то, что говорю всем. Избавь меня от него, и ты не пожалеешь. Торопись, время не ждет. Предъяви доказательства, что он исчез, и награда твоя. А теперь иди, пожалуйста. Я чувствую, что мои кости стали более хрупкими, пока мы говорили. Пожалуйста, возвращайся поскорее. Неизвестно, какие диковины у меня найдутся для тебя в следующий раз. Эй, привет! Приятно встретить у нас в округе такого хорошо одетого. У тебя усталый вид, или может есть что? Я знаю, что обо мне говорят. Знаешь, я не совсем дурак. Просто я люблю собирать вещи, любые вещи, блестящие вещи, дорогие вещи. Ничего не могу с собой поделать. Моя коллекция почти собрана. Все, что мне нужно, это 5 безупречных жемчужин, и я закончу. Больших ли усилий это потребует? Вот вопрос. Это прекрасные драгоценности. Их можно найти повсюду, на дрожащих островах, в сундуках с сокровищами и тому подобных местах. Извини, у меня важные дела. Чем могу служить? Когда ты разберешься с Брайтером? Я не становлюсь моложе, пока жду тебя. Поспеши и избавься, наконец, от него.
Предъяви доказательства, что... Пожалуйста, возвращайся. Что? Да. Почему ты ищешь встречи с герцогиней Деменции? Смерти хочешь? Так это тебя послал безумный бог, не так ли? Тогда с тобой все будет в порядке. Не говори ни с кем, пока я тебе не разрешу. Никому нельзя доверять. Ты слышишь меня? Никому. Я окружена предателями и шпионами. Всегда. Постоянно. Они наблюдают и ждут, пока я отвернусь, чтобы вонзить нож мне в спину. Быть может, все. До последнего. Никому нельзя верить. Но они никогда не добьются своего. Никогда! Я еще увижу, как они все гниют в тесных могилах, прежде чем позволю себе расслабиться. Ты поможешь мне. Да, да. Из тебя выйдет толк. Тебе нужно найти тех, кто знает. Тебе нужно узнать, кто таит секреты, кто замышляет зло против меня. Ты будешь моим великим инквизитором. Выяви заговорщиков, и они понесут наказание, уверяю тебя. Найди, кто плетет интриги. Выясни, что у них за душой. Поговори с Хардиром. Он поможет тебе. Тебе понятна задача? Если никого не найдешь, вся тяжесть ответственности ляжет на тебя. Что привело тебя в этот милый уголок дома деменции? Чем могу помочь? Ты? Я ожидал кого-то попредставительнее. Ну ладно, вероятно, все еще придет. Надеяться никогда не вредно, а? У нас столько дел. Леди Сил не слишком терпеливая женщина. Думаю, это заметно. Начнем? Разве не ясно? Нам нужно прошерстить весь Крусибл в поисках этих предателей. Стоит переговорить со всеми, кто сможет дать информацию. Если они не пожелают помогать, шепни мне словечко, и я постараюсь переубедить их. На самом деле нам пора. Ее светлость ждет результатов. Что я могу для тебя сделать, сэр рыцарь? Никаких тут нет заговоров. Иди, допекай еще кого-нибудь. Пожалуйста, нет!
клянусь, я не знаю ничего о заговоре. Спасибо. Увидимся. Добро пожаловать в дом Мани. Привет. Да благословит тебя безумный бог. Я ничего не знаю о заговоре. Нет, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, я не участвую в этом. Они хотели через меня подобраться ближе к сил. Но я не буду им потворствовать. Это был Мазада. Он говорил, что выполняет чье-то поручение. Сказал, что я должна помочь ему. Или будут последствия. Я не знала, что делать. Пойти против сил – это будет стоить мне жизни. Если я не помогу, что сделает со мной Мазада? Кто-то должен что-то сделать! Пока. Ищу, смотрю, всегда смотрю. Что? Вот так. А, это опять ты! Ничего, не попадался из вещей Мазадды. А, блестящая ложка, разбитая бутылка. Не могу их найти. Боюсь, не имею представления, о чем идет речь. Пожалуйста, нет! Да? Что? Я не буду говорить. Прощай. Вы можете продолжать ваши гнусности, но пока мне не будут предоставлены доказательства наличия этого абсурдного заговора, я ничего не скажу. Береги себя.
Привет. Я только что славно поболтала с дядюшкой Лео. Он сегодня неважно себя чувствует. Потерял руку. Я ничего не знаю о заговоре. Нет, пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо больше! Я ничего не знаю о заговоре. Спасибо. Услышишь что-нибудь интересное, дай мне знать. Клянусь сокровищем, полно всякого хлама. Гилс Орлет везде. Долго же ты. Приветствую, приветствую. Пустяки, просто пуст... Подожди, ты понимаешь меня? Какой приятный сюрприз. Единственный друг, который меня понимает, думает, что я предатель. Какое разочарование! Я удаляюсь. Береги себя. Как только выпадет минутка, приходи еще, поболтаем. Что слышно? Какие новости? Да... Значит, у тебя есть же... Я ничего не знаю о заговоре. Пожалуйста, нет! Пожалуйста, не надо больше! Извини, у меня важные дела. Когда ты разберешься с брат... Я ничего не знаю о заговоре. Пожалуйста, нет! Пожалуйста, не надо больше! Пожалуйста, возвращайся поскорее. Так много дел, и так мало времени осталось. Я ничего не знаю о заговоре. Нет, пожалуйста, не надо. Пытать больную старую женщину? Вы желаете убить меня?
Я ничего не знаю, ничего определенного. Я слышала, что Мазаду заметили разговаривающим с капитаном Стражи Сил Нельвиин. Но сама я их не видела. Неразумно было мне выходить поздно ночью из дома. Так легко можно еще сильнее простудиться. Но если слухи верны, тебе надо приглядеть за ними. И оставь меня в покое. Достаточно переживаний на сегодня. В придачу ко всем моим проблемам только новых болячек мне не хватало. Не трать свои драгоценные яды на обешкуренных гончих. Им, похоже, они даже нравятся. Береги себя. Хотелось бы мне того же. Да, инквизитор, чем могу служить? Как скажешь, инквизитор. Называют резчицей. Если надобен воистину острый клинок, я могу выковать его из руды безумия. Вот, взгляни на это. Здесь список необходимого. Традиция требует, чтобы мастер-кузнец, почувствовав приближение смерти, разложил по миру магические формы, как сыплют соль на рану. Со временем они впитывают магическую энергию из окружающего мира, как бывает, когда пососешь ранку. Принеси мне матрицу и достаточное количество руды. Я сделаю для тебя новую вещицу и наполню ее магией матрицы. В руде заключены души древних. Ищи ее в старых руинах. Еще учти, она весьма привлекает граммитов. Это эластичный и гибкий материал, и потом прекрасно держит форму. Я могу делать из руды острейшие клинки, а также волшебные предметы. Что для тебя нужно выковать? Резать человека кусочек за кусочком — такая сладкая победа! Пусть хороши будут порезы. Тебя не боюсь.
Возможно, это и... Это все, что ты... Я тебя не боюсь. Вилка? Песни принесения? Вилка для большеголового? Ты принес вилку? Какой хороший день! Да увидят слепые, да поскачут хромые, низкие станут высокими ростом. Вилки для всех. Вот как все просто. Теперь ты друг большеголового. Песни дружбы, песни службы, подарки для тебя, подарки в день вылупления. Большеголовый вылупился, а его друг нет. Подарки для однояйцевого брата. Почти забыл, себелюбивый большеголовый, великолюбивый большеголовый. Большеголовый знает секреты, секреты учения, алхимии, шпионажа и ударов мечами. Что ты хочешь узнать? Секрет шпионажа — быть незамеченным. Пустые комнаты, пустые гробницы. Крадись в темноте, хотя слепой и сможет увидеть тебя. До свидания. Рейниру! Рейниру! Значит, у тебя есть жемчуг? Или, возможно, какие-то другие дорогие вещи, которые я могу получить? В смысле, сохранить. Они у тебя? Пожалуйста, пожалуйста, дай их мне. О, благодарю тебя. Моя коллекция, наконец, полностью собрана. Что ж, дни воровства для меня окончены.
обещая больше никогда не заходить ни в один магазин в Крусибле. Скажи всем, чтобы не волновались. Я больше их не побеспокою. Убирайся отсюда. Салют.